Оценивая важность цифровой трансформации, президент Казахстана выступил с инициативой проведения этого форума. И сегодня он передал приветствие всем его участникам. Позвольте предоставить слово премьер-министру Республики Казахстан Сагынтаеву Бакытжану Абдировичу для оглашения приветственного адреса от имени главы государства. Уважаемые участники форума, приветствую вас на форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации». Мир вступает в эру стремительных и кардинальных технологических изменений. Эффективная цифровизация становится ключевым фактором ускоренного развития национальных экономик и роста качества жизни населения. Ведущие страны мира, их объединения, такие как G20, Европейский Союз, приняли свои стратегические документы по цифровизации. Наш Евразийский экономический союз также принял цифровую повестку до 2025 года. Сегодняшний форум является важным шагом в реализации этой повестки. Наличие общего рынка требует выработки совместных подходов и мер в вопросах цифровизации. Объединение усилий даст синергический эффект для развития Евразии в целом и каждой страны в отдельности. Уверен, что данное мероприятие позволит выработать необходимые решения и будет способствовать углублению сотрудничества. Желаю всем участникам форума плодотворной работы и успехов в достижении поставленных целей. Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.